Здрасте, это ваша собака? Боже, я должна вас отблагодарить. Огромное спасибо. Право, не стоит. Ну и как дела в догнэппинге? Че, еще одна? Этой осенью. Где вы с ним гуляли, Шелис? Я любила Банни как родного ребеночка. Значит, во-первых, я не хочу, чтобы эта картина стояла у меня перед глазами. Во-вторых, верните мне мою собаку. От автора сценария и режиссера залишь на одном брюге. Что случилось? Какие-то отморозки нас приняли. Вы кто? Сказали, что ищут шицу. Потом еще один отморозок завалил первого. Это их кровь. А это блевота. Может, ванну? Смоешь кровь и блевоту? Один шицу, 7 психопатов. Меня чуть не завалили, потому что твой пацан спер не ту шапку. Серьезно? Первый. На вид нормальный. Что будем делать? Выпилим всех засранцев. Где-нибудь в пустыне. Блин, я серьезно спрашиваю, в натуре. Второй его лучший друг. Че, как она? Кто такой? Завали. Через пару дней вернем тебе папочки. Не дрей. Лапу. Лапу. Не дашь? Ну и ладно. Реальный псих. Я знаю, что надо собраться, но как представлю, что Песика убьют? Ни хрена ты не пытаешься собраться. Секси-тёлка играла девушку Бонда. Вы должны его вернуть. Вернуть? Кто же возвращает украденную собаку? Это противоречит самой идее похищения. Пятый. Пацифист. А ну, поднял руки. Нет. У меня ружье. Да мне пофиг. Но это же бред. Сочувствую. 6. Пассивно-агрессивная тёлка. Я на работу. Ты на меня за что-то бесишься? С чего бы мне беситься, Мэнни? С того, что ты долбошлёп. Мужик с кроликом. Ты кого-то ждешь, дедуль? Нет. Ладно, вроде ты нормальный. Идем, надо спрятать собачку. Мы похитили ее у маньяка. Чудненько. Мне нравится. Есть изюминка? Да! 7 психопатов! По принципу глаз за глаз останется планета слепцов. Нет. Потому что останется один чувак с одним глазом. Как слепой сможет выколоть ему оставшийся глаз? Осенью в кинотеатрах.